Всем привет, вы на канале Ольги Швец, и это видео о большом количестве покупок. Я буду демонстрировать их очень-очень близко, а также давать отзывы, потому что это видео я сделала немного добротнее и качественнее, чем обычно. Здесь просто показываешь покупки и говоришь, что купила. Я отдельно записала просто видео и что-то уже попользовала, сняла ближе и буду говорить сразу свои реальные ощущения. Надеюсь, это будет вам интересно и полезно. Если так, то оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Формочки подмороженные. Значит, что могу сказать сразу? Я сколько смотрела на них отзывов, огромное количество, никогда никто не говорил правду. Они воняют резиной, они безбожно воняют резиной. Я пыталась их мыть несколько раз, они все равно пахнут резиной. То есть, если у вас вечеринка, и вы хотите заморозить сок, да, чтобы гости попробовали фруктовое такое мороженое из сока, или там добавить банан туда, что я, собственно, и планировала сделать, я вам говорю сразу, это не получится, к сожалению, потому что для того, чтобы начать вообще работать с этой формой, нужно, чтобы она хорошенько проветрилась для начала. Иначе продукты впитают резину, это будет отвратительно, это будет конфуз перед гостями. Пожалуйста, возьмите на заметку, то есть, вам, не знаю, там, может, месяц ее придется проветривать предварительно. Кстати, девочки, пожалуйста, если у вас есть какой-то свой личный способ, как избавиться от этого мерзкого запаха резины быстро, срочно пишите под видео, потому что мне это необходимо. Значит, бумажные полотенца. Беру их всегда в больших количествах, даже не показываю сейчас, сколько взяла, потому что они многофункциональные, они выполняют и функции салфеток, и под кормушки животным я их кладу, и руки вытираю, и кисти на них сушу, и идут они с бешеной скоростью, скажу вам по секрету, поэтому даже пропрыскав лицо водичкой, можно промокнуть такой же, ну, как бы полотенцем, как салфеткой, поэтому, в общем, советую, кто еще не пробовал. Значит, полотенце из вискозы тоже беру постоянно, в пачке 25 штук, естественно, это дешевле, чем в обычном магазине, я очень рада. Значит, дорожный набор, емкости, травка, аквагрунт и варежка для скраба. А также 5 пачек салфеток, все 5 по 53 рубля. Мы их пробивали 10 рублей 63 копейки одна пачечка. Почему я так акцентируюсь на этом? Потому что в нашем городе до того, как пришел фикс, такая маленькая пачка 15 салфеток стоила 50 рублей. Представляете, какие охреневшие магазины. И совершенно безропотные люди, которые брали это все за такие бешеные деньги и даже не думали о том, что вообще изучить ценовую какую-то тематику и что где-то, может быть, это будет дешевле. Это серебристый экран для заднего стекла машины, вроде как светоотражатель, чтобы тем, кто едет на заднем сиденье, не пекло голову, но я, взглянув на него, поняла сразу, что это А, идеальный фон для фото и видео, и Б, это совершенно потрясающий светоотражатель. Для того, чтобы, также для фотосъемок и для видеосъемок. Поэтому, девочки, кто не вник в эту тему, я советую на эту тему немножечко погуглить и понять вообще, какая золотая вещь у меня сейчас в данный момент в руках. Она огромная, она прямо на заднее стекло машины, то есть она больших размеров. И если ей придать плотность и каркас, она будет прекрасным светоотражателем во время фото и видеосъемок, также фоном, я об этом уже говорила. Ее можно также собирать и убирать. То есть она и раскладывается, и собирается. В общем, очень удобно. Снова маки. Я взяла еще одну коробочку и еще один поднос. Но не буду отнимать ваше время. Просто взяла, потому что попользовалась. Мне это показалось качественным. Я использую одну под сахар и вторую под чай. Белизну я беру там все время. Мыльно-рыльное я также беру там все время.
Мыло это можно использовать как при уборке, мытье, так и для рук, мытье кистей, добавлять в воду, когда вы моете пол. В общем, оно мыло есть мыло. Оно все СЛС. Вот тут как ни крути, и что ни делай, все равно оно так. Что касается ресничек. Реснички нужно внимательно выбирать там, девочки. Ресницы могут быть с небольшим браком, поэтому внимательно рассматривайте коробочки и внимательно разглядывайте, чтобы они были не ресничка, а реснички. Мне очень повезло с лаками. Просто супер, супер цвет, супер лаки. Правильное нанесение будет такое. Значит, вы наносите один слой, он просыхает, потом вы наносите еще один слой, сверху топ. Получается плотный, красивый, ровный цвет. И все, сутки держится, все отлично, это уже очень хорошо, даже просто для дорогого лака. Сутки продержаться вот в той технологии, которую я вам сказала. Брызгалка для тела, типа термалка, но поскольку она содержит SPF 40, я бы не рекомендовала ее использовать на лицо. А вот на шею, руки, ноги, даже волосы увлажнять, это совершенно нормально, я считаю. Но SPF 40, просто погуглите, что это такое. Итак, новый вид корзиночек, стильная, лаконичная, гнущаяся во все стороны. В верхней части присутствуют прорези, не знаю для чего, это вполне возможно, туда можно будет продернуть какую-то декорационную ленту, вполне возможно, можно будет продернуть туда еще что-то и подвесить ее таким образом. В общем, для украшения интерьера, может быть, даже кто-то будет использовать как кашпо. Ну, в общем, у кого на что гораздо руки и фантазии, я думаю, вам это пригодится. Так, что касается куколок, это вообще отдельная песня. Куклу я выбирала долго. Просто есть такой паблик в Инстаграме, где девушка пишет о косметике, и там, значит, рядом куколки. Они у нее либо там какие-то грустные, либо голые, если она говорит о Мейнорильном. Ну, в общем, кто знает этот паблик, вы уже поняли, о чем я говорю. Я не то чтобы плагиачу, но да, я думаю, что куколка симпатичная, красивая, фотогеничная могла бы оживить мою ленту в Инстаграме, поэтому я ее взяла, выбирала я ее долго. Девочки, всем советую просмотреть как следует куклу перед тем, как ее брать. Потому что моя была красивая, фотогеничная брюнетка. Но у нее была оторвана одна лямка на топе. Ну, я ее окончательно отстригла, и я думаю, она на меня не обидится по этому поводу. Также на кассе я проверила, чтобы там все распечатали, что она обута действительно в два туфля. Туфли снимаются, кукла называется Бетти, иконы стиля. Значит, волосы не рекомендуется распускать, потому что это такая немного чернобыльская Бетти, то есть волосы там жидковаты, в хвостике смотрится очень красиво, очень хорошо. Вот, дорожный набор емкостей для путешествий. Поехали дальше. Блокноты, ложки, чайные ложки все время где-то пропадают. У меня живет какой-то поедатель чайных ложек вообще в доме, они куда-то постоянно исчезают, куда-то деваются вообще в первую очередь, поэтому я взяла три. Значит, две корзиночки для того, чтобы решить ваши косметические проблемы. Они мне не очень нравятся, сразу говорю, они мне изначально не очень нравились, когда я их видела в видео девчонок. Мне, во-первых, не нравится цвет, концепция, ну так, ни шатка, ни валка. Но на самом деле они решают проблему с косметосом, который вечно где-то валяется, который надо где-то скучковать. Те времена прошли, когда блогеры покупали комоды по 5 ярусов, там косметика, 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 бешеные столешницы, и там тоже косметика, косметика, косметика. Ну, как бы это, девочки,
очень простенько, но проблему решает. То есть входит в нее очень много. То есть я еще смотрела, брать, не брать, брать, не брать. А потом увидела видео девочки, где у нее реально там такая куча вошла в один. Я взяла два. Много вошло, но было бы неплохо еще взять одну, я подумаю. Набора далее у нас в программе. Здесь есть разные пульверизаторы, здесь есть разные емкости. И сейчас, то есть раньше этот набор выглядел так, там было всего три, по-моему, если я не ошибаюсь, емкости. А потом он стал выглядеть более похожим на наборы для ритуала. То есть там появилась вороночка, лопаточка, маленькая штучка под крем. В общем, если пошаманить с ритуалевским и этим, можно будет сделать совместно очень неплохой такой вот классный набор. Вот. Так, носки. Супер, но я вам могу сказать по поводу носок очень важную вещь. Вот недавно тоже смотрела видео девчонки, ей 30 лет, она занимается спортом, она говорит, вот у меня вена появилась на ноге. Наверное, начинается варикоз. Девочки, смотрите, чтобы носки не перетягивали вашу щиколотку. Когда вы молоды, когда у вас там здоровье бьет ключом, во все стороны там летят под каблуков, и вы на них можете бегать сутками, как и с возрастом, эти все вещи меняются, и даже просто плотная резинка в носках может стать началом большой проблемы. Поэтому я вам всем советую предварительно, перед тем, как это покупать, проверьте, чтобы резиночка была достаточно свободной. И также я взяла уходовые носки, это вторые носки в моей жизни. Первые я носила, пользовалась, стирала. Если не ошибаюсь, даже, по-моему, в стиральной машине стирала, и все в порядке. И потом я их просто забыла на веревочке в ванной, и они провисели там. Потому что они очень маленькие, они висели в уголке очень-очень долго, прям, вы знаете, месяц, может быть, это и больше, просто вот так прищепленные. Так вот, я вам скажу, силикон в них не пересох, не потрескался, все отлично. То есть я их взяла и стала опять не пользоваться, я их взяла так, на всякий случай, чтобы были, потому что у нас они крайне редко, и их моментально разметают. Да, косметические вот эти емкости для хранения косметики очень сильно советую, очень-очень-очень-очень-очень, но вот там мне реально не хватило третьего не хватило. Ну, я решила не брать, потому что у меня много всяких корзиночек, всяких штучек таких симпатичных, красивых, все замечательно. Лаки, повторяюсь, еще раз супер, я их больше рекомендую, чем серию Butterfly, потому что в Butterfly относительная стойкость какие-то просто супер, и они стойкие и вообще все хорошо, а какие-то просто очень густые, не сохнут и моментально откалываются. Здесь как вам повезет, как доставляли, какие были условия хранения, как замешивали на заводе, здесь нет никаких на самом деле рекомендаций таких вот стопроцентных. Это касается, кстати, всего бьюти-блогинга, то есть если какая-то девочка кричит, что мне идет такая-то подводка, и она великолепная, и тут же рядом выходит и говорит, да, она жидкая, течет, не знаю, все плохо растекается, там подчеркивает морщинки на веках и так далее. И они обе будут правы, потому что замес косметики, он не может быть идентичен на вот на граммульку, миллиграммульку. Вот чуть-чуть, там 10 капель чего-то лишнего, и все, продукт будет другой. Поэтому совершенно, я считаю, вот когда я вникла в эту тему, я считаю, совершенно бестолковые вот эти вот рекомендации того или иного чего-то. Это даже и на ароматы распространяется, распространяется вообще на все. Оставайтесь со мной, поехали дальше. Поехали дальше. Сумочка хозяйственная, очень клевая, аккуратная, красивая, качественно сделанная.
Часть покупок я уже принесла в ней из магазина, поэтому вот такую сумочку я могу рекомендовать. Но также предварительно проверьте все швы, проверьте молнии, чтобы все работало, чтобы все было хорошо. Итак, кукла Бетти, икона стиля. У кукол бывает, вот я просмотрела большое количество этих кукол, они не все равноценные, то есть может быть фотогеничная красивая кукла, но у нее косяк на платье. Может быть совершенно некрасивая кукла, у нее кривое лицо, кривые глаза, но при этом очень красивое платье и шикарные волосы. Ну прямо вот как в жизни, знаете, кому что вот боженька дал. Я подозреваю, что лица расписаны, скорее всего, вручную, может быть, это и не штамповка даже. Ну, в общем, я долго-долго выбирала, я довольна своей куклой, и все. Мне она очень, правда, нравится, пусть она и простая, но она очень фотогеничная, красивая, и вы будете часто видеть ее на моих теперь афишах, видосах. Потому что все же... Хотя нет, это будет моей маленькой тайной, почему я так сделаю. Итак, платье смотрите, наличие обуви проверяйте там. И вчера я видела трансляцию с Савелия из Питера. И он говорит, у нас метет, вот у нас тоже. Вот у них мело и у нас мело. И говорят, в Москве тоже мело. Как-то странно, мело по всей России, мело очень сильно. Он говорил, такой ветер, что прямо вот... как будто меня подхватит, и я полечу. Вот у нас был точно такой же ветер. Просто все это сопровождалось еще громом, молниями и так далее. Вот, все. Всем всего хорошего. Пока, всех люблю, целую. Подписывайтесь на мой канал. Это Ольга Швец.